Всем огромный привет! Сегодня у нас на обзорчике будет летний стеклоочиститель от производителя «Каждый день». Здесь 4 литра и написано, что здесь аромат дыня. Давайте посмотрим, кто его производит и какой у него состав. Так, значит, незамерзающая жидкость летняя. Почему незамерзающая, непонятно. Но, наверное, потому что при нуле она, наверное, тоже не замерзнет. Продукт готов. Не рекомендуется разбавлять, хотя я разбавляю состав. 30% вода. Аммиак, отдушка, какие-то павы. Так, производит Химсинтез, Московская область, город Красноармейск. Зачем вообще нужен летний стеклоочиститель? Дело в том, что, допустим, у старых советских машин, типа девяток там, или семерок, пятерок, там была большая форсунка с огромной струей, как у коня. А в современных машинах, видите, форсунок 3 у каждого разбрызгивателя. И они тоненькие. Если заливать простую воду, то она там подкипает, подобно как в чайнике, накипь. Она засоряется, и форсунки просто перестают цыкать. Вот, для этого лучше всего использовать летний стеклоомыватель, хотя бы разбавленный. Ну что ж, зальем нашу замечательную жидкость. Так. Ну, запах действительно дымный. Сейчас аттракцион. Самое главное попасть. Ай, оп. Так. Ну, еще чуть-чуть осталось. Так, ну мы залили жидкость. Сейчас мы заведемся. Ну что ж, попробуем. Какой запах у нее? Так. Ну, действительно, немножечко типа дыни есть. Запах, в принципе, приятный, не вонючий. Но это летняя, тут здесь нету изопреловых спиртов. Здесь только аммиака немного. Ну, вот так вот она нормально дует. Вот, в принципе, можно пользоваться вполне где-то до октября-ноября такой жидкостью. Самое главное, она не засоряет форсунки. Вот, у меня вот одна засорена, вон видно, плохо. Надо ее палочкой прочистить. Что-то подзасорилось. Вот, ну на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мои обзоры. И пока, до новых встреч.